Новое программное обеспечение позволит привлечь большее количество молодых читателей, а также поможет в ускоренном поиске необходимой литературы, уверена директор Брестской городской библиотеки имени Пушкина Светлана Семашко. Система AliceWeb распространена в Беларуси и установлена более чем в 300 библиотеках разных уровней. Светлана Николаевна считает, что библиотека должна меняться, ведь сегодня это не просто книгохранилище. Она призвана помогать человеку развиваться. А новая система AliceWeb позволит не только улучшить качество обслуживания, но и поможет правильно выстроить работу с читателем. Есть модуль каталог, и там все, каталоги, вот, значит, электронные картотеки, электронный каталог. Есть модуль обслуживания читателей, там конкретно вот самый интересный, наверное, модуль – это обслуживание читателей. Значит, читатель приходит, его номер, его формуляр, его история чтения, что он читал, когда читал, все можно посмотреть. Сегодня библиотека не просто книжный храм, это место для творчества и экспериментов. Внедрение современных информационных технологий позволяет упростить работу с фондами и документацией и дает возможность поддерживать отношения с литераторами всего мира. Благодаря новой системе AliceWeb сотрудники учреждения смогут обслуживать читателей на более качественном и высоком уровне. Компьютеризация, оснащение копировальным оборудованием, доступом в интернет открыли для библиотеки дополнительные возможности. Новая для Брестской городской библиотеки имени Пушкина система уже используется ее сотрудниками. За сравнительно небольшой промежуток времени они уже довольно быстро находят в меню нужные данные. Программным обеспечением оборудовано несколько филиалов библиотеки, что поможет вести общую базу читателей и историю чтения, с помощью которой можно увидеть не только список прочитанных книг, но и вычислить так называемых должников. С новой программой нашей библиотеки, которая работает в автоматизированном режиме, получилось объединились в одну сеть. И у нас два филиала работают в этой же программе, и как бы это немного дисциплинирует наших читателей в том плане, что если человек-должник у нас или в филиале, мы не можем его обслужить. Центральная городская библиотека имени Пушкина сегодня является настоящим социальным и культурным центром. Здесь проходят встречи с талантливыми писателями и поэтами. Сюда приходят читатели, чтобы несколько часов поработать с литературой в тишине, сдать или поменять книги. Тем более обстановка позволяет. После капитального ремонта в библиотеке функционирует несколько красивых и очень просторных залов, где можно прикоснуться к литературным шедеврам в печатном виде и поработать за компьютером. Но совершенству, как известно, нет предела. Поэтому сотрудники Центральной городской библиотечной системы продумывают новые проекты и инициативы, которые улучшат качество обслуживания и сделают библиотечную литературу более доступной для читателя.